Дневник развития ребенка. Талантливые люди начинают развитие с проявления способностей в раннем возрасте. Но как понять, есть ли у ребенка способности? Для этого рекомендуется завести дневник развития. В дневник можно записывать полезные сведения о развитии ребенка. Отмечать, если ребенок начинает довольно рано хорошо ходить, ползать, бегать, легко манипулировать несколькими предметами. Записывайте в дневник развития ответы на следующие вопросы. Если сравнивать физическую активность ребенка с активностью его сверстников, в чью пользу будет сравнение? В каком возрасте ваш ребенок научился вырезать картинки ножницами? Раскрашивать рисунки внутри контуров? Завязывать шнурки? Писать печатные буквы алфавита? Переписывать или копировать рассказы или стихи? Называть буквы алфавита? Читать и произносить свое имя по буквам, читать отдельные слова, читать самые простые детские книжки, читать более трудные книжки про себя, считать до 20, выполнять сложения в уме, называть время, считать деньги, запоминать телефонные номера. Понимает ли ребенок некоторые вещи, которые являются слишком сложными для его возраста? Какие? Использует ли в своей речи сложные предложения? Можно ли сказать, что ваш ребенок обладает необычайно хорошей памятью? Рассматривая прошлые записи, можно понять, учится ли ребенок быстрее других и проявляет ли склонности к приобретению новых способностей.